Посмотри на эту ушастую. Я люблю свою музыку и вас не слышу. Есть идея. Отлично. Что? Куда делась музыка? Сигнал пропал. Это вы! Эй, это мой планшет! Отдай! Попробуй дотянись! Отдайте мой планшет, кулеры! Не получишь! Охранник, помоги мне! Проходите. Что там происходит? Я разберусь. В чем дело? Эти двое украли мой планшет. Что? Вы украли ее планшет? Нет, это наш планшет. Скажи. Да. Вы врете. Это мой планшет. Мой. Нет, мой. Хватит. Сейчас я проверю. Чьи здесь фото? Вы правы. Планшет ваш, ребята. А обманывать нехорошо. Больше так не делай. Какой я молодец. Неудачница. Пока, лузер. Сиди здесь без планшета. А это что? Покажи наши билеты. Цифровой цирк? Кажется, это наш сеанс. Ну что ж, идем. Подождите, а как же мой планшет? Отдавайте его. Выпустите меня. Закрыто. Мы тут застряли. Добро пожаловать в удивительный... Меня зовут Кейн, я ваш конферансье. Посмотрим, кто тут к нам пожаловал. Плохиши, ясно. Хороший ребенок. А ты что здесь забыла? Они украли мой планшет. Теперь это наш планшет. Ребята, ребятушки, ну хватит уже. Ну ладно, перейдем к интересному. Посмотрим, во что вы одеты. Как обычно. Вот именно. В цифровом цирке нет места обычным вещам. Все только самое удивительное. Что со мной? Как это снять? Что с моим лицом? Пока, лузерши! Что? Но как? Ребята, напрасно вы бегаете! В другую сторону! Отсюда нет выхода! Вы останетесь здесь навсегда, так что привыкайте! Пожалуйста, умоляю, только не это. Хватит ныть, я сегодня щедрый. Если это видео наберет 50 тысяч лайков, то вы сможете отсюда выйти. Ребята, пожалуйста, спасите нас. Умоляем. О, мне уже пора. Адиос, амигос. О нет, теперь нам отсюда не выбраться. Все закрыто, бесполезно. О, это я, мой выход, дамы. У меня стальные мышцы. А вот и ты. Добро пожаловать в комнату испытаний. Хорошо, что зашел. Посмотрим, что за зайчик к нам забежал. Я вижу твои потаенные страхи. Значит, ты боишься монстров. Тогда скорее скажи им привет. О нет, не надо. Ну все, оставлю вас наедине, ребята. Мне уже пора. Нет, нет, нет. Сначала одолей свой страх. Ням-ням-ням. Поиграем.
Лови! Эй, не той стороной! Тебе не спрятаться! Стойте, подождите! Это все только моя фантазия! Ага, кажется, я придумал, что делать! А если вот так? Что происходит? Я танцую балет? Помогите! Я не люблю танцевать! А вот и новый образ для тебя, Хаги. Это не смешно. Это очень смешно. На себя посмотри, прима-балерина. От унитаза слышу. Добро пожаловать в мою комнату испытаний. Посмотрим, кто к нам пришел. Ага, значит, ты обожаешь пончики. Вот и чудесно. Угощайся пончиками, моя дорогая гостья. Приятного аппетита. Ммм, вкусняшка. Мое любименькое. Ауч, из чего сделаны эти пончики? Мой зуб! А еще пишут, что ты боишься стоматологов. Надо же, какое совпадение. Ну все, мне пора. У кого тут болят зубки? Больной зубик надо вырвать. С корнем. Нет, нет, нет. Кусай. Мои зубы. Присаживайся. Покажи, где болит. Вот тут очень больно. Ай-яй-яй, не волнуйся. Больной зубик надо вырвать. Готов? Сиди смирно. Раз, два, три. У меня получилось! Юху! Помни! Эй, чего сидишь? Ты следующая! Что? Я? Заходи! Ну что ж, посмотрим, из какого теста сделана ты. А что происходит? Отличница, которая боится получить двойку. Ну что ж, вернемся за парту. Присаживайся. Люблю послушных детей. А теперь мне пора. И что дальше? Зубрила. Я не дам тебе списать. Так, так, так. Кто же выйдет к доске? Ты! Раз ты такая умная, реши этот пример. На решение уйдет вечность, ей ни за что не найти ответ. Кажется, я знаю ответ. Готово. Минутку. Все правильно. Проклятье. Тогда дополнительный вопрос. Кто изображен на доске? Ребята, вы знаете, кто это? Пожалуйста, напишите имя этого персонажа в комментариях. Ты не знаешь правильный ответ? Значит, ты получаешь двойку. О, нет. Что? Я всегда знал, что она двоечница. Она дала правильный ответ. Подождите, что происходит? Это отлично с плюсом. Вы уволены. У меня получилось. Ребята, не подключать кабель к планшету? Конечно. Планшет!
Джекс, выходи. Нет, пожалуйста, не надо. Эй, Джекс! Что? Где планшет? Вот, держи. Ну же, быстрее. Сюрприз, сюрприз. И кто же тут у нас остался? Помни. Мы останемся все вместе в моем удивительном цифровом цирке, ведь здесь так весело и интересно, и так будет вечно. Наконец-то. Загрузилась. Я? Нет. Нет. Снова нет. Кто? Нет. О, да. Удалить. Что? Нет. Кто это сделал? Я не разрешаю. Я здесь главный. Это мне пригодится. О, вот они. Я вас починю. Вау! Спасибо. У нас получилось. Выход. Наконец-то. Идем. Леонардо, he's a real pro. Raps in the mist like drinking coke. Donatello, hack any system. Trouble will burrow and create the missiles. Raphael has a steel body, but he is rude. Don't like to study. Michelangelo, the center of attention. Like to eat pizza and don't like attention. Ninja, Teenage Mutant Turtles. Teenage Mutant Turtles. Ninja, Teenage Mutant Turtles. Ready for action. Ну ты и дурачок. Лузер. Рифма это не твое. Эй, я пиццу зачем портить? И кто теперь лузер? Ну, сейчас я тебя... Парни, стойте. Опять придется их разнимать. Эй, оба, успокоились. Займемся важными делами. Что? Святая канализация, что это там принесло по трубам? Это подозрительно похоже на... What? Изучим повнимательнее. Эй, ребята! Ребята, идите сюда! Хватит спорить, быстрее! Взгляните на это! Черепашки-ниндзя, это отстой! Ну ты и лузер в маске! Мы должны помочь малышке. Чего стоишь, Майки? Иди уже. Сам иди. Мы не подведем вас, мастер. Ну все, хватит, идем уже. Я раньше. Донни, давай. И куда нам идти? Сейчас посмотрим. Колледж в той стороне. Идем. Лузер, лузер, лузер! Никаких черепашек-ниндзя не существует. О-о-о. Кажется, это они. Ребята! Ура! Вы здесь! Черепашки-ниндзя! Привет, малышка. Готова к приключениям? Запрыгивайте, ребята. Лео. Майки. Донни. Отлично. Вот и наше логово. Как здесь круто. Давайте со мной. Гадкие черепахи. Они были здесь. Там кто-то есть. Ну как?
Вау, круто! Можно мне попробовать? Держи меч, только аккуратно. Окей. Нет. Наверное, тебе еще рано с этим играть. Лучше отдай катану мне. Сколько здесь всего интересного! Такое яркое! А это что? Таинственная жижа. Привет! Хочешь попробовать ударить? Да! Становись сюда и бей со всей силы. Вот так. Давай, замахнись. Упс! Раф, тебя побила девчонка. Пицца! Это же пицца! Ты издеваешься над пиццей! Зачем? Это жестоко! Попробуй! Сделаем новую пиццу! Нутелла! Прекрасно! Что дальше? Скитлс! Отличная идея! М&М's, желейные червячки! И зефирки! Молодец, пиццамейкер! Ребята, скорее сюда, попробуйте новую пиццу! Оу, а где она? Ну что ж, всю пиццу съел повар. Бывает! Великолепная, вкуснейшая пицца специально для черепашек-ниндзя. А самое главное, она без анчоусов. Пицца! Минутку. Отдыхай, малышка. Подождите меня, ребята. Выходите, ребята. Пицца! Я уже близко. Кричать бесполезно. Вот мой билет. О, нет. Шреддер, где? Такие странные. Время кино. Помогите! Освободите меня! Сиди и молчи. Проход закрыт. Я жду вас, черепашки. Эй, видеосъемка запрещена. Малышка? Где она? Ау! Малышка, где ты прячешься? Ее нигде нет. Ты нашел ее? Под подушкой ее нет. О, я нашел кое-что другое. Что это за картинка? Это какая-то подсказка? Я не понимаю. Переверни ее. Увидимся в кинотеатре. Шреддер! Где? Я? Записка от Шреддера. Скорее, бежим! Эти черепахи снова опаздывают. Сколько можно ждать? Мы здесь! Эй, Шреддер, где ребенок? Девочка в кинозале. Помогите мне! Привет, малышка!
Мы разберемся с тобой, жестянка. Хочу это видеть. А жареных гвоздей не хочешь? What? Я пойду первым. Нет, сейчас моя очередь. И это все, на что вы способны. Я не впечатлен. Пока, черепашка. И так будет с каждым. Есть! Получилось! Ну, сейчас ты отведаешь моего клинка. Хватит танцев! Упс, застряла. Я присяду рядом. Кто из вас следующий? Я подожду. Иди ты, Донни. А есть что-нибудь поинтереснее? Ну все, хватит. Крутой ход. Теперь я. Потанцуем, Шреддер? Что? Ничего не потерял, черепашонок. Что? Скакалка? Сегодня не мой день. Теперь моя очередь. Эй, Шреддер, ты забыл про меня? Что тебе надо, малявка? Вы. Увидимся вновь, я гарантирую. Донни, Майки, Лео, Раф, Эйприл. А, ну теперь все понятно. Так это Эйприл. Приятно познакомиться. Идем смотреть кино? Это мое место. Нет, мое. Тише там, уже началось. Это тупик. Бежать больше некуда. Тебе конец, мутант. Приготовься. Это будет быстро. Нет! Милый маленький зайчик, вот кем ты была до мутации. Считай, я вернул тебя к корням. Но мутагена все еще недостаточно. Мне нужно больше мутагена. Раз, два, три, четыре, пять... Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ребята, где же вы? Думаю, они спрятались в коробках. Майки, Донни, Лео, Раф, кто где? Использую считалочку. Энни, Бенни, Рикки, Таки. Эй, девочка. Тише ты. Ладно, беги. Эйприл. Все черепахи в домике. Отлично. Теперь осталось только их найти. Где же вы прячетесь? Ага. Наверное, все залезли в эту большую коробку динамит. Устроим большой взрыв. Эй, почему не взрывай? Неудача.
Ребята, никогда не играйте со спичками! Кава-лузер! О, нет, не надо! О, да, еще больше мутагена! Проверю, что делает этот бластер. Нет, целься не в меня. Лучше стрелять подальше. Вот хорошая мишень. Бластер делает вещи такими же плоскими, как мое чувство юмора. О, это отличное оружие в прятках. Какая коробка будет следующей? Уронил. Не трогай мои изобретения. Они не для тебя. Сейчас ты у меня получишь. Гнусные черепахи. О, да. Донни Шреддер 1-0. Ну все, ты пожалеешь об этом, рептилия. Нет, нет, нет. Да, да, да. Меня не видно. Нет, не падай. Привет, Шреддер. Пока, ниндзя. Осталась просто черепаха. Мутаген мой. Что за дурацкое оружие? У, это больно. Все черепахи любят пиццу. Я выманю их на запах. Горячая ароматная пицца. Пицца! Держись, Лео. Ты в коробке. Какой аппетитный кусочек. Кто же хочет его съесть? Никто? Жаль. Что ж, тогда он отправляется прямо в мусорку. Что он делает? Так нельзя. Еще один кусочек. Кто-то будет? Нет? Как жаль. Мое сердце не выдержит. Остался последний кусочек. Он такой вкусный и великолепный. Лучшая пицца в городе пропадает зря, и никто ее не съест. Прощай! Я спас ее! Шреддер? Подожди, я доем пиццу! Ну что, все уже? Сколько можно жевать? Все, давай, стреляй, я готов! Ну, наконец-то! Осталась всего одна черепаха. И всего одна коробка. Кажется, черепаха должна быть тут. Тук-тук, есть кто живой? Спорим, она там. Сейчас узнаем. Будь здесь, никуда не уходи. Сыграем в пиньяту. Что? Пусто? Но как такое может быть? Где черепаха? Остался только панцирь. Надо вытряхнуть ее оттуда. Зря трясешь, Шреддер. Кажется, это твой панцирь. Хочешь получить его обратно? О, нет, не надо. Держи. О, нет. О, да, у меня есть весь мутаген. О, нет, тупик, помогите. Теперь тебе некуда бежать, деточка, и тебя никто не спасет. Эй, кто это? Кейси Джонс. Смотри! Получили по заслугам!
Спасибо, Кейси Джонс. А теперь нужно помочь моим друзьям. Скорее за мной. А где все? Вот они, на полу.